Привет всем криптотузамунерам. Ну, во-первых, конечно, привет Даш Тузамунерам хочется передать, потому что все кричат Даш Тузамун. Ну, давайте смотреть. На моем таймфрейме даже не видно еще, что Тузамун. Да, хорошее движение. Выкупили. И пошли наверх. То есть, на самом деле, это только разминка, походу. По Дэшу. Дэш BTC тоже мы видим, что разворачивается на Крякене. И на Полониксе хорошие зеленые свечи. Так что просто вам напоминаю, что Dash сейчас, вот это то, что вы называете to the moon, и фиксируете, наверное, уже многие прибыль, кто вышел из лоса. Просто напоминаю вам, что Dash далеко, еще далеко находится от исторических своих хаев, которые у него были, ну даже недавно вот на $480 он ходил. А так в целом он был на $1600 и с высокой долей вероятности, ребята, того, что вы напишете, во-первых, что он никогда не перебьет свой хай, вот с этой тоже высокой долей вероятности, что вы это обязательно напишете. Но он как раз перебьет свой хай с высокой долей вероятности на том, как раз, что никто от него этого не ожидает. Вот, поэтому по Dash все оптимистично. Долгую котлету держим, в ходл складываем. А то, что фиксируем профиты, ну это фиксируем профиты, слушайте, есть спекулятивная часть позиции. Вон у меня также по биткоину расставлены ведра. Что сейчас делаем-то, собственно, не теряем голову. Расставляем лимитки, и кто торгует с плечом именно, среднесрочно, краткосрочно, и фиксируем потихонечку, фиксируем, вот по эфиру сетка на Bybit. То есть, чем выше уходит цена, тем вы продаете все больше и больше от позиции. Сначала по 3, по 5%, потом по 10%, и закрываете спекулятивную часть позиции, отдаете плечо. Только так. И по Dash'у такая же ситуация. Он будет 500, часть продайте, будет 1000, часть продайте, и все. И вас не будет беспокоить краткосрочная сиюминутная волатильность. А так приятно, конечно, но хочу вам сказать вот что, что вот на примере эфира, который не торопится вперед большинства других монет, но мы видим, что он идет наверх, и это может продолжаться очень долго. Докуда это может продолжаться, неизвестно. Это обязательно сломается, этот тренд, в какой-то момент, и он станет медвежьим. Но докуда будет этот экспоненциальный памп? Будет ли он типа вот такого, еще один, да, вот такой серьезный, неизвестно. Поэтому нужно, конечно же, всегда сидеть в ракете, но при этом не забывать фиксировать прибыль. То есть то, что я вам еще раз только что говорил. Продайте часть по 5, по 6, по 7, по 8 и всегда оставляйте часть. Даже если вы туда вот ушли, все равно как минимум 10-20% оставляйте в крипте. Вы же не знаете, вы никогда не поймаете точную вершину и точно не поедете на дно, потому что поездка на дно тоже будет сопряжена с такими вот горочками. Короче, трейдите на 10% даже от своей позиции все время. Не продавайте и не покупайте все сразу, потому что, как правило, совершаешь ошибки именно тогда, когда заходишь all-in. Вот здесь заходишь all-in. Допустим, сейчас заходишь all-in, он падает на 10%, ты с плечом, у тебя там уже минус пол депо, и выходишь, и он без тебя улетает. Вот на таком мы и растем. Все, кто заходит all-in, вот здесь в лонг, вот здесь в лонг, мы на них и растем в итоге, но позже. Вот. Такой вот вам хотел сегодня месседж донести. Не суетитесь, накапливайте на просадках. На ближайшем рассмотрении ждите отката хотя бы к мувингам. И желательно вот на проколе мувингов 4-часовых или на дневных мувингах той же EMA Ribbon покупайте. Вот на проколе дневной EMA Ribbon на бычьем рынке должно отработать хорошо. Вот, ну, а так что еще скажешь? Золото, золото пошло пампить. Смотрите, вот я взял небольшой лонг золота на Фемиксе. Золото пошло пампить. Очень-очень интересная ситуация. Надо наблюдать за этим пока что, я думаю, держать. Вот, напоминаю, что на бирже Femex можно взять золото, контракт золотой, точнее, имея в обеспечении тезер, и лонговать золото. Очень прикольно. Очень прикольно, не видел, вот только сейчас зашел, увидел. Вот, биржа, кстати, офигенная. Очень похожа по функционалу на Bybit, но со своими плюшками и фишками. Здесь добавили тоже много монет, в том числе вот и золото есть, кстати. По битку додерживаю там свой лонг. Уже разгрузилась большая часть позиции. Ну, в общем, вот, Femex тоже интересная биржа. Посмотрите, если что, ссылка в описании, конечно же. И вот этот видеоурок по ее функции Bracket Orders. Если вы не знаете за функцию Bracket Orders, такой нету ни на Binance, ни на Bybit. Это очень интересная функция. Вы можете одновременно, находясь в лонге, например, шортить и быть при этом маркетмейкером, то есть поставлять ликвидность в стакан лимитную и зарабатывать сразу на коротких сделках. Короче, посмотрите этот видос. Вот. Ну а так что? На банане просто разрывается кросс-портфель. Нормальный такой кросс-портфельчик получился. Вот уже PNL 100% за месяц к доллару. И
74 к биткоину. Но это надо понимать, что это все волнами, волнами качает, и это будет потом падать. Кто торгует в кросс-марджине, вы либо сейчас фиксируете, но не все, как я уже сказал, а часть оставляйте. Я вот частично фиксирую, ведра расставил на продажу выше. И частично потом на просадках опять заходите. Иначе этот кросс-ПНЛ, он же нереализованный, он потом будет показывать минусовой в моменте и будет фома только наоборот одолевать. Поэтому да, что? Poloniex, Prime XBT, Bybit. На Bybit все те же ведра на разгрузку по биткоину, по эфиру. Ведра на глаз на самом деле ставите. Ведра на глаз на самом деле ставлю абсолютно. И как отработают. То есть вся поза не закроется. Если отработают эти ведра, это не шорт. Это take profit по 10, по 5% от позы. Отработают, половина позы останется. Мало ли совсем тузумун конкретный. По XRP тоже такие же ведра. Тоже наверх ведра стоят. Ну, кто стрим последний смотрел, тот в курсе. Вот они, вплоть там до $5 ведра, в принципе, могут быть. Потому что по XRP, что, давайте тоже коротенький анализ проведем. XRP к биткоину очень важно, еще более важно, чем к доллару. Выходит из накопления. Посмотрите, уже сломлен тренд понижающихся минимумов и начинается тренд повышающихся. То есть вот переломная точка. И, кстати говоря, похожая картина, как и по Dash'у, и по Bitcash'у, и по многим альтам. Вон Litecoin полетел. Поэтому тут потенциал хода просто, ну, огромнейший. И кто этого не видит, просто не понимает, наверное, или недавно на рынке. Сейчас как раз время то, когда пишут, почему новые монеты не стреляют, там Луна, еще что-то. Потому что из них сейчас все вас загнали в новые монеты хайпом, новостями, названиями. А из них сейчас вся ликвидность перетекает в старые монеты, в стопудовые, только не в скамерские. Litecoin, посмотрите, как пошел. То, чего мы ожидали, да? Все, кто накапливал лайт здесь и здесь. Да даже здесь, если вы его накапливали, смотрите, вы уже в плюсе. Если вы по средней цене его покупали и здесь, и здесь, и здесь, даже на пике, то вы сейчас уже, опять же, находитесь в нормальном месте. Так что Litecoin в целом-то to the moon. И к доллару он уже переписывал хай. Не так давно. А к биткоину он вообще находится на дне. И это не значит, что надо сейчас бежать продавать доллары за биткоин, чтобы купить лайткоин. Нет, это бред. Купить вы можете за что? За то, что у вас есть. Но продать потом, если вы считаете в долларах, то к доллару смотрите. Если вы продать за биткоины потом, то есть сделать больше битка на этом и додержать еще биткоины, то вообще круто. Но если вы просто считаете в биткоинах, сколько у вас альткоин портфолио, это тоже важно. Потому что тут есть некие объемы, смотрите, тут была проторговка и... Эти альты похожи, что сейчас вернутся туда, где они были. Но это все дисклеймер. Рано пока об этом говорить. Может быть, мы так и не выйдем из этого треугольника и упадем, и все это скам. Ну ладно, короче, вот такой вот мой анализ. Всем профитролей. Торгуйте аккуратно. У вас своя голова и плечи, у меня своя. Все, пока.